Наш рассказ основан на фактах. А факты, как говорится, вещь упрямая. Во время создания этой программы мы опирались не на эмоции. Хотя, не скроем, это сложно было сделать. Мы просто постарались объективно описать то, что было сделано бакинцами армянского происхождения для процветания этого города на протяжении многих веков, как и то, что потом стало усиленно уничтожаться, будто и не существовало ранее вовсе. В нашем рассказе не будет ни одного факта, взятого из армянских источников или написанных армянскими учеными. Мы используем только ссылки на независимые мнения иностранных исследователей, этнографов, путешественников, экспертов, в том числе и азербайджанских. Присутствие армян в Прикаспийском регионе исчисляется тысячелетиями. Вот, например, что говорится об этом в учебнике «История Азербайджана» издательства «Маариф» за 1972 год под редакцией азербайджанского историка Мамед Бейли. В 66 году до нашей эры войска римлян вновь вторглись в Закавказье. Огромная армия римского полководца Помпея, овладев Арменией, расположилась на берегах Куры. А вот еще, как говорится в учебнике «История Азербайджана» о распространении христианства в Прикаспии. Христианство постепенно стало играть здесь роль государственной религии. В общественно-политической жизни все большее значение имел главный христианский храм в городе Кабала или Габала. Ну а этот текст из того же учебника особенно интересен. Более сильным влияние христианства считалось в областях Арцах. Она охватывала Нагорный Карабах и часть Мильской степи. В те времена эта область, Арцах, находилась под влиянием армянских царей. Пожалуй, лучшего предисловия к нашему рассказу и не найти. Глава первая. Армяне в персидском Баку. Века персидского владычества над Прикаспийским регионом описаны, отражены и сохранены в трудах многих исследователей. Приведем некоторые из них. В те времена центром Прикаспийского региона была, конечно, Шамаха. Название известно со II века в форме Кемахея. Город также упоминается в персидском труде начала XIII века «Аджаиб ад-Дунья». Упоминания же об армянах в Шамахе сохранились с XV века. В 1471-1478 годах через город проезжал итальянский путешественник Иосафат Барбаро, который оставил следующую запись о городе. Это хороший город, Самачи. Имеет от 4000 до 5000 домов и производит шелк и хлопок и другие вещи согласно своим обычаям. Находится в Армении Великой, Армения Гранде, и большинство жителей из народа армян, Соне Армени. В 1562 году англичанин Энтони Дженкинсон при описании города сообщает: «Этот город отстоит от моря на 7 дней пути с верблюдами, населен по преимуществу армянами». Кроме того, в окрестностях Шамахи имеется несколько армяноязычных селений – Керкендж, Дере Керкендж, Келихан, Мессери, Сагиян. Везде в этих селениях видны остатки армянских кладбищ. Согласно записям монахов-кармелитов, посетившим город в 1607 году, население состояло из тюрок и армян. Армяне заселяли целые улицы и занимались активной торговлей. Сверх обыкновенной подати армянское население платило еще и налог персам для иноверцев – харадж. Чуть позже жизнь армян описывает энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 1721 году Шамаха подверглась нападению войска предводителя кавказских горцев Хаджи Дауда Мушкурского. Были убиты находившиеся там русские купцы и нанесены огромные убытки русским торговцам шелком. Армяне, количество которых в городе было весьма внушительным, также подвергались постоянным нападениям и грабежам. По приказу Хаджи Дауда они наравне с евреями должны были на своей груди носить желтый отличительный знак,
для того, чтобы мусульмане не приветствовали их. Однако вернемся к Баку. Вначале была только крепость. Вокруг нее шафрановые сады. Затем пришли люди, вырубили сады и построили себе нехитрое жилье. Уже позднее здесь появился ансамбль дворцов персидских ханов, караван-сараи, мечети, бани, загородный ханский сад. Многие ученые-историки, такие как Сен-Мартен, Ахмед Кесреви Табризи, Ашур-Бейли, предполагают, что древний персидский город Багаван – это современный город Баку. Согласно их описаниям, уже в 8 веке здесь существовали армянские храмы, следовательно, проживали и армяне. В 15 веке в письменных источниках арабского путешественника Бакуви указано, что население Баку преимущественно христиане. А вот что писал в 1880 году выдающийся иронист и востоковед Всеволод Миллер. «Повсюду при объезде татских местностей приходится регистрировать следы прежнего значительного распространения в Прикаспии армянской религии и культуры в виде остатков кладбищ и церквей и слышать предания о том, что прежде население было армянским. В селении Бузовна, пригород современного Баку, имеются развалины армянской церкви. Балаханцы, жители пригорода Баку, называют Сабунчи, поселок городского типа, который входит в один из районов современного Баку, Эрмен-Ди, то есть армянское село. В 1723 году, во время похода Петра I в Персию, русские войска останавливались в Баку, причем в армянском каравай-сарае. Армяне в Баку, как и в других городах, занимались ремеслами и торговлей. Именно здесь пролегали различные торговые пути, особенно из богатых персидских городов. Но влияние Персидской империи, истощенное в постоянном противостоянии с тюрками, подходило к концу, и вскоре на смену одной империи пришла другая. В 1805 году состоялось присоединение Ширванского ханства к России, что было подтверждено Гюлистанским мирным договором 1813 года. Глава 2. Армяне в российском Баку. После победы России над Персией феодальный Баку в 1806 году с населением в 2500 человек вошел в состав Российской империи как уездный город Шемахинской губернии. Когда молчали пушки, в Россию непрерывно шли караваны купцов из Ирана, среди которых было немало армян. Вокруг крепости вырос целый город – Форштадт с единой прямоугольной регулярной планировкой, кварталами европейского типа, в которых четко обозначались первые улицы. Лучами к морю спускались армянская, персидская, спасская, базарная, воронцовская, татарская. И вскоре мало кто вспоминал, что в 1809 году в Баку было всего 500 домов. Центральной магистралью города стала базарная улица. По ней шли торговый транспорт и почтовые грузы. Здесь появились магазины, лавки, караван-сараи. Так вместе с городом одновременно с ним стал формироваться центр массового, компактного заселения армян – Арменикент, армянская деревня. Арменикент начинался на окраине, и только в следующем веке он окажется чуть ли не в центре города. И тогда, наряду с его застройкой на престижных улицах города – Армянской, Торговой, Телефонной, Меркурьевской, Николаевской, Ольгинской и других – селились армянские нефтепромышленники, удачливые купцы, врачи, инженеры, учителя. Армянскими станут целые кварталы в центре города, вокруг табачной фабрики братьев Мирзабекянц. Население города стремительно увеличилось. Баку стал центром транзитной торговли между Россией и Ираном. И уже в 1839 году впервые был поставлен вопрос о переводе из Астрахани в Баку адмиралтейства. А 15 мая 1859 года жуткое землетрясение превратило Шемаху в развалины. Российский наместник Кавказа князь Борятинский 7 июня 1859 года писал Шемахинскому военному губернатору: «Я остановился на мысли о пользе перенесения всех губернских учреждений в Баку».
Так на карте Российской империи появился новый российский губернский город. 6 декабря 1859 года Александр II издал указ о том, чтобы город Баку возвести на степень губернского города, а Шемахинскую губернию именовать впредь Бакинскую губернией. Прошло 15 лет, и в городе появился шведский предприниматель Роберт Нобель, который не только основал компанию товарищества нефтяного производства братьев Нобель, но и построил вокруг Баку целые поселки. В сборнике «Документы по истории Баку», изданных в 1978 году издательством Азербайджанской ССР, приводится и национальный состав населения в 1913 году. Русские составляли 76 229 человек или 36%. Татары кавказские – 45 972 человек, 21,3%. Армяне – 41 685 человек или 19,5%. В этом же сборнике не без интереса можно ознакомиться и с уровнем грамотности населения города в 1913 году. Если по Баку он составлял в целом 49%, то среди русских и армян был соответственно 60,3% и 62,5%. Среди кавказских татар 22,3%. Армянскую промышленную буржуазию среди бакинских нефтепромышленников представляли крупные предприниматели Монташев, Леонозов, Гукасов, Питоев, Малов, Арамянц, Татевосов, Цатуров, Мирзоев и другие. В 80-х-90-х годах 19 века первыми арендаторами основных рыболовных участков были также крупные армянские рыбопромышленники Леонозов, Гукасов, Маилов, Пиралов. Кстати, именно Иван Мирзоев, Аванес Мирзоян, в 1865 году основал первую промышленную буровую установку в Баку. Число нефтедобывающих фирм в начале 20 века равнялось 154, из них 89 были армянскими. Из 35 нефтепроводов и водопроводов 25 принадлежало армянам. 47% предприятий, производящих оборудование для нефтепромыслов и торгующих им, а также занимающихся бурением скважин, тоже было армянскими. Табачная фирма братьев Мирзабекян с годовым оборотом до 30 миллионов рублей производила большую часть табачных изделий в Закавказье. Маиловы первыми начали использовать промышленные холодильные установки. Армянами были учреждены первые частные банки Баку. Это общество взаимного кредита и отделение Тифлисского коммерческого банка. Из общего количества специалистов с высшим образованием, в том числе и европейским, занятых в промышленности Баку, армян было свыше 50%, а квалифицированных рабочих не менее 40%. Не менее активной и плодотворной была и культурная деятельность бакинских армян. Бакинцем был выдающийся изобретатель Адамян. Его идеи, разработанные еще в 1907-28 годах, легли в основу современных систем цветного телевидения. Таланту ряда архитекторов армян Баку обязан многими зданиями, украшающими город. Так, на средства братьев Маиловых в 1913 году архитектор Баев построил знаменитый Маиловский театр, ныне оперы и балета, одно из лучших зданий города. По его же проекту в 1926 году построен Сабунчинский вокзал. Замечательное здание возвел архитектор Тармикелов. Клуба общественных собраний, ныне филармония, бакинского отделения Тифлисского банка, позднее Детский мир, коммерческого училища, ныне Педагогический институт и многие другие. Армянами была открыта первая типография в Баку – «Арор», где печатались книги не только на армянском, но и на русском и европейских языках. В 1864 году
По инициативе доктора Давида Растамяна было основано армянское человеколюбивое общество. Оно занималось широкой благотворительной и просветительской деятельностью. Здесь в 1870 году была открыта первая в Закавказье публичная библиотека, имевшая книги на многих языках. В 1877 году на его средства была открыта гимназия. В советское время она была преобразована в Республиканскую библиотеку имени Ленина. В 1869 году в Баку построен соборный храм святого Григория Лусаварича. Вплоть до 1989 года он оставался единственной действующей в Баку армянской церковью. В 1911 году было завершено строительство Величественного армянского собора святого Фаддея и Варфоломея по проекту архитектора Тер Аванесяна. В 30-х годах собор был разобран, а на фундаменте его возведено здание Государственной консерватории, имевшее по этой причине в основании форму креста. Попечительством церквей строились церковно-приходские школы, из них следует выделить школу для девочек. Существовало много светских школ, гимназий и училищ. В городе действовали армянские театральные труппы и музыкальные коллективы. В 1917 году численность армянского населения в Бакинской губернии по данным Кавказского календаря составляла 119 526 человек, из коих 42 921 человек в уездах и 76 605 армян на территории Бакинского градоначальства. С самого начала 20 века в Российской империи назревала революция. Промышленный Баку не мог остаться в стороне от бури. Немало армян активно участвует в революционном движении. И если учесть все те беды и потери, которые выпадут на долю русского и армянского народов позднее, после победы большевиков, то история дала четкую оценку этой активности армянских и русских революционеров. Октябрьский переворот принес потерю Западной Армении, которую благодарные большевики подарили новой зарождающейся звезде революционного Востока – Турции. Октябрьский переворот 1917 года в Петрограде принес советскую власть и в Баку. Хотя в марте 1918 года Закавказье по решению Закавказского сейма отделилось от Советской России, 25 апреля образовался Бакинский совет народных комиссаров под председательством Шоумяна. Военным комиссаром стал Карганов, наркомом просвещения Каригян, Габриэлян, еще ряд армян занимал высокие посты. Тем временем призываемые мусаватистами турки рвались в Баку. Сдерживать это наступление приходилось главным образом армянским отрядам, организованным Армянским национальным союзом, а большевики предлагали заключить с турками мир. 5 августа для осуществления совместных действий против наступающих турок в Баку вошли англичане. Результатом английской акции стал арест и расстрел 26 бакинских комиссаров, 8 из которых были армянами. Наступление турок усиливалось, и в самый критический момент англичане покинули Баку. 15 сентября в город вошли турки, а с турками снова пришла резня. Армяне спасались бегством, главным образом на паромах, кто в Иран, кто в Красноводск. В мае того же 1918 года была провозглашена независимость Грузии и Армении и образовано новое государство для кавказских татар. Так до того времени назвали азербайджанцев. Сами же они называли себя просто мусульмане. Вот как описывает это основоположник историографии Азербайджана Евгений Александрович Пахомов. При распаде Закавказского комиссариата на Грузию, Армению и Восточное Закавказье возникло предположение основать государство, объединяющее всех так называемых азербайджанских тюрок, как России, так и Персии. Этому государству временно дано было название Азербайджана по названию Северной Персидской провинции. Идею эту осуществить не удалось, и в состав новой Азербайджанской республики вошло только Восточное Закавказье, но название пришлось оставить за неимением лучшего. После установления советской власти Баку стал столицей этой республики. Позже,
С вводом в 1937 году Конституции Азербайджанской ССР, составлявшие примерно 50% ее населения тюрки по искусственному названию республики, получили искусственный же этноним «азербайджанцы». Тем не менее, после военного и революционного лихолетия нужно было поднимать пришедшую в упадок промышленность Баку, налаживать мирную жизнь. Для этого старые кадры, опытные инженеры, экономисты, юристы, врачи, рабочие, значительная часть из которых были армяне, включились в работу. В первые годы советской власти производство и культурное строительство продвигалось в основном специалистами русскими, армянами, евреями. Национальных тюркских кадров было мало. Это было обусловлено их образовательным уровнем на тот период. Однако с установлением советской власти жизнь армян в Баку постепенно налаживалась. Люди возвращались в родной город, открывались армянские школы, театр. Начало создаваться уникальное сообщество «Бакинские армяне», в котором армянская культура тесно переплелась с русской, армянской, азербайджанской культурой и культурой других народов, проживавших в Баку. Жители Баку в советское время – это преимущественно русскоязычный народ, который состоял из армян, евреев, татар, немцев, русских. Баку – это город нефти, который питал весь СССР. Социальная политика советской власти создала на первых порах условия для сближения наций, отодвинув на второй план национальные противоречия. Армянская община города вновь получила возможность развиваться. Армянское население города компактно проживало в таких районах, как Завокзальный, Арменикент, хутор Воровского и других. Плотно населяло центр города. До 50-х годов многие вывески на учреждениях, магазинах, мастерских были на русском и армянском языках. Своим интеллектуальным, творческим и физическим трудом армяне внесли немалый вклад в достижения Азербайджана и его многонациональной столицы – Баку – во всех сферах деятельности. Интересно отметить, что автором государственного герба Азербайджанской ССР был художник-график Рубен Шхиян. В сфере образования среди лучших учителей по всем дисциплинам было много армян. А в вузах Баку преподавали такие видные ученые-практики, как правоведы Даниил Бек, Саркисов, Манасян, экономист Арзуманян, проректор Азербайджанского государственного университета, нефтехимики Багдасаров и Ионисян, медики отец и сын Амиржановы, сотни других специалистов во всех областях науки. У истоков азербайджанского кино стоял выдающийся армянский кинорежиссер Амо Бекназаров, поставивший в Баку ряд фильмов, в том числе по пьесе видного азербайджанского драматурга Дзабарлы «Севиль» в 1929 году. Первый ансамбль народных инструментов при Азербайджанской государственной филармонии основал Ионисян, врач по основной профессии. Один из участников этого ансамбля, Енок Качаров, стал впоследствии народным артистом Азербайджанской ССР. Артемий Айвазян, один из основателей советского джаза, также жил неподалеку от набережной Баку, на улице Меркурьевской. В Баку жили и творили композиторы Мэйлян, Андрей Бабаев, Андроник Бабаян, певцы Кнар Григорян, Сазан Дарян. Видную роль в театральной жизни города играли народная артистка республики Шамкарян, заслуженные артисты Адамов, Аллегров, Саркисов, отец звезды российской эстрады Ирины Аллегровой и другие. Рано оставил родной город и Евгений Петросян, он с 1961 года в столице. А вот тяга к сцене и публичным выступлениям зародилась у него еще в школьные годы. Выступал в домах культуры. Впервые появился перед зрителями в ДК имени Шаумяна. Карен Аванесян, прекрасный комик, также родом из Баку. На Бакинскую набережную любил приходить известный режиссер и актер Сергей Газаров. Здесь прошли его детство и юность. Отдельного упоминания заслуживают песни бакинских армян. Они наполнены тоской о родине, воспоминаниями о счастливом детстве, грустью из-за невозможности вернуться в родной город и в свои дома. Песни бакинских армян слушают как русские, так и армяне, которых жизнь раскидала по городам и странам всего мира. Самый известный исполнитель Борис Давидян – Бока, бакинский армянин,
неформальный исполнитель, очень популярный в Баку 70-80-х годов. Не исключено, что на бульвар залетали голуби будущего известного дрессировщика Михаила Багдасарова. В большой семье Багдасаровых были уверены, что место Миши в зоопарке или на арене цирка. И не ошиблись. Михаил Багдасаров стал дрессировать тигров и львов. Добился славы, воспитал достойную смену. Его дети Карина и Артур тоже стали знаменитыми дрессировщиками. Значительный вклад внесли армяне в спортивные достижения Азербайджана. Так, первым чемпионом мира из Азербайджана стал борец Артем Терьян. Он и его товарищи по команде, братья Арамаис и Гиви Саядовы, Ишханян и другие, не раз привозили в республику высшие награды с различных соревнований. Пацаны гоняли на бульваре в мяч и были просто в восторге, когда в компании друзей или со своими родными здесь появлялись их кумиры из «Нефтяника» – Эдик Маркаров, Саша Мирзаян или Аркадик Андреасян. Все трое закончили свою футбольную карьеру в ереванском «Арарате». В Приморском парке проводили часы не только за шахматной доской. Заглядывал на огонек к любителям шашек многократный и непобедимый чемпион СССР по шашкам Виталий Габриэлян. В шахматные достижения республики внесли свой вклад гроссмейстер Владимир Багиров, юное дарование Володя Акопян. Они уехали из Баку до печально известных событий. А прославленный чемпион мира Гарри Каспаров вынужден был покинуть Баку в дни армянских погромов. Трудно переоценить роль и невозможно перечислить всех армян, внесших свою лепту во все достижения Азербайджана. Однако непосредственно национальная жизнь армянской общины с годами затухала. Отсутствовали какие-либо армянские общественные организации. Армяне стали реже посещать армянский народный театр, что послужило причиной его закрытия. Армянская апостольская церковь города Баку в рамках советских традиций не могла играть заметной роли в жизни армян. Все меньше детей отдавали родители в армянские школы. Это привело к резкому сокращению их количества, а в последние годы их не осталось вовсе. В семьях говорили в основном по-русски, поэтому новые поколения бакинских армян постепенно утрачивали родной язык. Искать причину этого в том, что армянский язык не является необходимым для продвижения в жизни, неубедительно. Даже за рубежом армяне стремятся сохранить родной язык. Здесь, видимо, имели место другие причины, обсуждение которых – тема для другого разговора. При этом очень многие бакинские армяне живо интересовались историей и культурой родного народа, сопереживали его успехам и неудачам, гордились тем, что они армяне. То есть, будучи оторванными от жизни нации, они в душе оставались армянами. Взаимоотношения армян с азербайджанцами на бытовом уровне носили вполне лояльный характер. Да, в глубине души каждого прежняя вековая взаимная неприязнь оставила свой след. Это, впрочем, не мешало искренней дружбе между многими армянами и азербайджанцами. Трагедия Сумгаита вызвала шок у бакинских армян. Многие сразу же решили уехать. Другие наивно полагали, что второй раз власти такого не допустят, но они ошибались. Воодушевленные безнаказанностью и негласной поддержкой властей, подстрекаемые наполненными шовинистическим армянофобским угаром темные массы фанатиков, вырезали и изгоняли армян из всех армяно-населенных районов республики. В Баку избиения носили до поры до времени эпизодический характер. Массовый характер приняли увольнение армян с работы, иногда с формулировкой «за то, что армянин». На центральной площади города круглосуточно бушевали антиармянские митинги, на которых сумгаитских убийц провозглашали национальными героями. Введение комендантского часа в Баку ненадолго нормализовало обстановку. Кульминация наступила 13 января 1990 года. После подстрекательского выступления по азербайджанскому телевидению первого секретаря Коммунистической партии Азербайджанской ССР Визирова началась массовая резня армян в Баку. Она сопровождалась грабежами, поджогами, насилием и мародерством. При этом среди горожан находились смелые, благородные люди разных национальностей, в том числе азербайджанцы, которые спасали армян, помогая им скрываться от убийц. Фанатики не прощали этого и убивали их так же,
как и армян. Бакинские армяне – это были граждане, совершенно лояльные к Азербайджанской республике. Они учили детей в школах. Доля армян-учителей была очень высока. Лечили больных, разрабатывали нефтяное оборудование, строили дома. 250 тысяч армян, изгнанных из столицы Азербайджана, не предпринимали каких-либо действий, которые могли бы служить обоснованием их изгнания. Более того, они не выступали как целостность, не имея национальной организации, уполномоченной обсуждать и принимать национально значимые решения. По горькой иронии судьбы, они лишь один раз во время уничтожения выступили как национальная целостность, будучи пассивными жертвами погромов. Точно так же, как евреи в фашистской Германии, армяне были носителями единой этнической коллективной вины. Послесловие. Сложившаяся за столетия армянская община Баку прекратила свое существование. Армяне покинули этот город, оставив в нем плоды своего труда, свои дома, имущество, могилы близких и частицу своих сердец. 400 тысяч армян, покинув Баку и другие города, оставили здесь не только свои очаги, 75 тысяч квартир только в Баку, но и сотворенные многими поколениями культурные и материальные ценности, которыми пользуется и гордится эта республика. Сейчас бакинские армяне живут во многих странах мира, особенно большие общины в России, США. В США сформировалась достаточно мощная диаспора бакинских армян. Их число примерно 50 тысяч. Проживают они в городах в Нэшвилле, в Нью-Йорке, Сиэтл, Сан-Франциско. Здесь построены армянские церкви, открыты школы, в которых преподают армянский язык. В соборе Святого Вартана в Нью-Йорке и в Сан-Франциско установлены памятники в память о жертвах погромов. А там, на берегу Каспия, фактически отсутствует какая-либо информация об историческом вкладе армян в развитие города Баку. Наоборот, власти предпринимают гигантские усилия и действия для того, чтобы искоренить историческое прошлое армян в жизни Баку и предать его забвению. И как символ этого забвения армянская церковь в Баку Сурб Григор Лусаварич, расположенная в самом центре города, недалеко от площади фонтанов, которая когда-то буквально дышала жизнью, принимая под своими сводами не только армян. Сегодня она стоит безмолвная, лишенная креста, колоколов, как символ ушедшей эпохи. Закончить же свой рассказ мы бы хотели словами из романа «Каменные сны», который в 2006 году написал азербайджанский писатель Акрам Айлисли. В те времена жили люди, равные богам. Они провели воду, разбили сады, тесали камни. Эти армяне, как ремесленники, так и торговцы, обошли и объездили сотни чужих городов и сел, по копейке зарабатывали деньги только для того, чтобы превратить каждую пядь земли своей малой родины в настоящий райский уголок. Если бы зажгли всего по одной свече каждому насильственно убиенному армянину, сияние этих свеч было бы ярче света луны. Армяне терпели все, только веру свою менять никогда не соглашались. Этот народ изнывал от насилия, но никогда не прекращал строить свои церкви, писать свои книги и, воздев руки к небу, обращаться к своему Богу.